На дорогах федерального значения планируют установить больше камер фото-видеофиксации. Поводом для этого стал рост числа ДТП. Только за два месяца этого года на территории республики зарегистрировано более 150 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 20 человек. Напомним, по территории Чувашии проходят 336 километров федеральных дорог. По результатам обследования выявлены 5 особо опасных мест, где чаще всего случаются аварии. Причина ДТП – плохие дороги и превышение скорости самими водителями. Комплексы фото-видеофиксации во многом будут работать и на профилактику. Центр организации безопасности движения согласует места дислокации камер наблюдения с компанией «Волговязкупордор».